Спасибо. А теперь мы исполним композицию, которая когда-то давно была введена в программу, но потом она выпала из исполнения. Я сделал новую аранжировку. И сейчас мы ее представим вашему вниманию. Совершенно новое звучание. Композиция под названием «Сеющий ветер». У нас небольшая заминочка. Ну, конечно же, я хотел извиниться за то, что мы начали поздновато. Ну, сами понимаете, пробки и другие дела, поэтому пока мы приехали. Как раз и вы тоже подъехали. А вот теперь вот Алексей приготовил ноты. Да. Thank you.
Спасибо. Такой вот у нас был «Сеющий ветер». А теперь мы исполним одну из самых старых наших композиций. Композиция под названием «Колыбельная». И я приглашаю на сцену Игоря Дереклиева, пианиста, который с нами играл еще в самом первом составе. Потом, к сожалению, дороги разошлись. И опять сошлись. И опять сошлись. Итак, «Колыбельная». Для тех, кто слышит ее впервые, очень часто я рассказываю о содержании некоторых композиций, потому что стараюсь писать программную музыку. Эта колыбельная не совсем колыбельная, то есть это не та песня, которую поет мать ребенку, а это история о том, как, представьте, значит, поздний вечер, возможно, даже сугробы, зима, и какая-то деревушка, домик, и молоденькая мама укладывает ребенка спать. Ребенок засыпает, ему снятся какие-то сказочные сны, они становятся все сложнее и сложнее, перерастают в кошмары. Ребенок просыпается в слезах, а приходит мама и говорит: «Все хорошо, спи, я рядом». Thank you.
Спасибо. Такая у нас получилась сказка о колыбельной. А теперь будет сказка о мышиной возне. Всем приходилось сталкиваться с какими-то интригами, с какими-то проблемами. Всегда есть за спиной какие-то люди неприятные, которые говорят гадости, смеются, что-то за спиной там обсуждают. Да, и вот о них им посвящается композиция под названием «Мышиная возня».
теперь поднимите руки, кто был летом 2010 года в Москве или в Центральном регионе. Конец августа, нет, конец июля, август. Жара под 40, смог, ужасная обстановка. В этот момент я сидел дома и сочинял песню. И другого названия не придумал, как «Лето 2010». Thank you.
Прям даже услышал запах смога. А сейчас будет диалог. Можно мне чуть-чуть вибрафон в монитор добавить? И бас.
теперь мы исполним новую композицию под названием «Пульсар». Извините, это дезинформация, вот вышел видеоклип, и он мне дал понять, что нет, никакой не пульсар, мы сейчас играем под паруса. Ну тоже буква П, похоже, пульсар, паруса. Thank you.
Спасибо. Это была композиция под названием «Под парусами». Лето только-только закончилось, у кого-то еще продолжается. Наверняка кто-то сейчас, вот мой знакомый звукорежиссер, сейчас в Сочи, там летом он купается. И дальше прозвучит композиция «Пульсар». Thank you.
Теперь мы сыграем «Ноябрь». Он уже скоро. Давай, может быть, переключим на этот резерв. Немножко мне добавь. Thank you.
А теперь будет композиция без комментариев. Thank you.
все единица ударная. Сергей Сокулев, контрабас. Игорь Гереклиев, клавишные инструменты. Александр Горох, гитара. Антон Залетаев, саксофон. Я Иннокентий Иванов, вибрафон. Антон сейчас уйдет и тоже не вернется. На сегодня мы не готовили, к сожалению, с остальными. Да, все остальное подготовили, а это нет. И вообще, да, надо его возвращать, а то мы как-то его давно не играли, ну, год точно. Я заскучал. Thank you.
спасибо. Это был коллектив Иванов Вайб Бэнд. Алексей Денисов, Александр Горох, Вячеслав Сергей Сокулер, Антон Залетаев, Игорь Дмитриев, Иннокентий Иванов. Спасибо. Если вдруг кто не знает, наш сайт называется ivanovband.com. Следите за нашими событиями и приходите на наши новые концерты. Спасибо.